Новые требования к экспорту молочной продукции в Азербайджан. Теперь управлением Россельхознадзора не допускается сертификация без перевода в направляемую страну. Каждая партия товара перед отправкой прошла документальный и лабораторный контроль. На экспортную продукцию были представлены ветеринарные и сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. В этом убедилась Альбина Ламкова. Пломба на экспортную продукцию поставлена. Раскрыть ее имеет право страна, принимающая товар. Это заключительная часть. Но перед тем, как ее поставить, продукту необходимо пройти ряд этапов. Порядок и правила процедуры отгрузки молочной продукции четко прописаны и требуют контроля. Его проводят специалисты Северо-Кавказского управления Россельхознадзора. За два месяца 2023 года на территории Карачай-Черкесской республики Северо-Кавказским региональным управлением Россельхознадзора проконтролировано около 228 тонн молочной продукции, направленной на экспорт как в Республику Абхазия, Казахстан и Азербайджан. Больше всего молочной продукции направлено в Абхазию, это 225 тонн, где-то тонна 200 в Казахстан и тонна 380 килограмм – это Республика Азербайджан. Специалисты Россельхознадзора проверяют ветеринарно-сопроводительные документы, в том числе в электронном виде, отображенные в системе «Меркурий». В рамках проведенного мероприятия ранее Россельхознадзор и Агентство пищевой безопасности Азербайджана пришли к следующему. Азербайджанская сторона сообщила следующее, что молочная продукция, которая направляется в Республику Азербайджан, с 1 января 2023 года, то, что касается упакованной в промышленной упаковке, на этикетке должна отображаться информация и о продукции на иностранном языке с переводом с названием продукции и на азербайджанском языке. Те же самые требования будут предъявляться к упаковке, отправляемой в розничную сеть. Кроме того, не допускается информация о ложных сведениях, лечебных или диетических свойствах продукта, не содержащих специальных добавок. В итоге, в ходе досмотра груза и самого транспортного средства, специалисты управления Россельхознадзора нарушений не выявили. Очередную партию молочной продукции загрузили в фуру. Ветеринарные требования страны импортера соблюдены. Теперь через 24 часа этот стаканчик сметаны будет стоять на полках в магазине Республики Азербайджан. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.